Итак, у нас идет седьмой день. То есть вот здесь хорошо видно, что их становится очень много. То есть видно вот толще сколько их. Так вот хорошо очень видно. Начались первые роения. То есть вот здесь вот видно, да? Все живые, двигают хвостиками. Значит, так, это раз. И второй у нас, то есть вот тут у нас идет. Здесь тоже мы имеем эффект роения, но он находится у нас, то есть вот это вот там внизу просто ошметочки. А вот тут вот, вот, не знаю, плохо видно, но вот в этом уголку и вот в этом уголку, вот посмотрите, вот, может видно, там они у нас роятся. Так, это вот как бы два бассейна здесь, ну и, соответственно, приемные тут у нас, вот в этой части у нас их прям вообще много, причем уже тоже наблюдается роение. Здесь, соответственно, тоже вот они у нас. Ну вот в последнем тут вот, тут мало, потому что они отсюда нами периодически отсаживаются, так как он самый у нас получается грязненький. Мы тут их стараемся держать недолго. Вот что у нас осталось по икре. То есть вот так вот будет видно хорошо. То есть, ну, практически ничего не осталось, я не знаю, процентов может 10 тут. Так что, ну, пока седьмой день, полет нормальный.